Все в центр бьем, а уезжать не надо здесь. ДПС показывать. Сказали, в руку свичнутся, все свичнулись. Нет, не клеивает. По 32 человека в канале, блядь. Там все, все здесь. Утверждаем. Все, давай добавим пол. Хапала можно под пузом ставить? Да, да. Да, можно. Свечную справа, Рок. Мелики может на том же месте стоять, бегать не надо. Все, выбить мелики. Паладин заберешь? Да. Нормально, блядь, 3 трупа, алло, блядь. У тебя РДшка не свечится, лок какой-то не свечнулся. Не вижу какой. Билл, ресни Ниры. В руку все свичнулись. В руку свичнулись, все бьем, РДД тоже бьем в руку, все бьем в руку. Все, обратно в тело. Блять, бил бласт, тресни Нира. Первая пати паладин. Делать книга ЧБР. В руку. В руку все свечнулись. Проделать, слышал? Тело. Понял, все. Ну давай, Клер Каст, Марса подними. Руку свечнулись все. Надо выбить надо, блядь. Больше ДПС в руку. Тело. Все руку бьем, Релла взяли в руку, блядь, кулак нам. Тело. А у я стопница. В тело бьем. Теперь в руку. Теперь в тело. Может, две руки сломать, как его просто. У которой много хп. Теперь в другую. Выбиваем.
Выбиваем, выбиваем быстрее. Потом свичимся в другую руку, когда выбьем. В другую руку свичнулись. Быстро в другую. Я все уже упал. Есть. О, Эльдар здесь? Эрик, Эльдар здесь? Я, да, тут еще такое. Скажи, Эльдар, то, что оттуда от трения с Мимирона упало. Да не, здесь просто начес написал. Начес? Че написал? Ну, что, типа, это, пинвайт, говорит. Да она никому не надо. Танки топовые штаны. Ну давай на успех. Пули или мобов, бьем мобов. Подними сюда их, сюда наверх подними. Белые линканул, блядь, сейчас. Ага, все вижу. Сидите вместе, их не надо их пытать держать. Их убить вместе надо. Смотрите, Хан, ты линкуешь свою шмотку, которую ты хочешь поменять. Троллить ничего не надо. Которая на тебе шмотка надета, ты ее линкуешь, если хочешь поменять. Которая у тебя в этом же пути находится. Ром, больше урона. Ром, стопните. Одновременно надо убить. На ретри как она? Да, почему нет? А, упал тоже. Сейчас найду эти три, нигде они. Кам, тебе не надо? Что там? Три на меня, что ли? Угу. Да, не надо. Кто стримит? Второй ряд. Второй ряд, кто стримит? Рыбу ставлю. У Войда, если что, ретрик мейн. Ах, палы. Быстрее, она как раз сейчас сюда идет. В первую очередь кошек всех заливаем. Тотем на тремор обновляйте постоянно шамана. К нам перекину. Шамана. О, Хант, наконец-то. Понял, что делать надо. Найс, этот шаман, Лем. Там на тремор обновляй, постоянно, пожалуйста. Все, косты кикаем. Вторую нашел. Давай квадратик все встали в квадратик. Все в квадратик. Маранди, давай пуля. Все быстрее, быстрее. Сначала кошек бьем. Кошек. Все в квадратике. Никто там не стоит далеко. Ну все понятно, минус хант. Кошек не АОЕ заливаем, а точечно. Вот если что-то там ломаем, всегда обновляем. Фурик, косты на тебя. Молоко, знаешь, что делать, да? Кота выведешь потом? Да-да-да. Все стоим в квадратике до сих пор. Сейчас там дать, мы его бьем. Бьем кота, череп. Да, уводи из рейда, уводи. Че, блядь, вышли отошли. Оттуда все. Из вожи быстро выйти. Отведи сейчас ее, отведи отсюда. Какую сторону? Да, вот туда, к стене ведь. Выведи еще дальше, Маранди. Прям до конца он дал, как пока не упрешься. Перед рожей все стоим.
Да. Череп. Ну стопайте немного, допустим. Выводи, выводи кота. Фери, фери. Да, понял. Вот сейчас стан можно ему дать. Вот. А, я понял. Понял, отошли. Давай сюда отходим на другой угол. Останется, если что. А? Перед рожей стоим, в кота играем. Выведи, выведи его. Ладно, вышли. Давай в угол другой. Скруп пока съебать. Рожу быстрее. Да вот тут прямо стоит, нормально. Привез. Да. Вот выводи его сейчас уже из рейда, да. Даже тогда добиваем кота. Добиваем кота быстро. Да. Забиваем. Все под морду все. Поезд, что из сил. Кто остался? Давайте в босса доигрываем. Тяжелый бой, блядь. Че? Зовут, интересно, да, пиздец, да, всем что-то подкрутили. Резать всех. Есть же. Трэш почистим перед ходером и брейк поставим 5 минут. Что, никому не надо там кинуть офспеки? Эрик подкрутил, походу, лут, блядь, нам сегодня. Есть же, да, братик. Блядь. Тебе не надо было, блядь, прям сейчас эти хилы вообще здесь. О. Вот это надо кому-то. Фига вам мусор падает. Сейчас зато плащ с ходеру, наверное, дропнется с хэма. Неплохо было бы. На оф там манускрипт никому не надо.
сугробы не наступать, только вот слева-справа лежат. И отлетать тоже нежелательно. И прям за километр обходите, потому что даже рядом пройдет, все равно согреть. Подшёл. Не надо, я сними бан с него. Кто забанил ты его? Мы его заливаем. Его надо убивать, а не банить. Ман. Мармалюга. Что покажем стен? Пробегаем? Да, здесь пробегаем. Вдоль стенки бегите. На сугроб здесь можно наступить. Одно, единственное место. Дальше проходите сразу. Все, все, стой, не вертурс. Здесь добьем, убьем их сейчас. Давай, ну блядь, сюда пройти можно было, блядь. Сейчас бы как раз прошли бы в лазейку вот. За мобами. Право не наступить. Идем по левой стороне, идем. Пуляй, пуляй. Большого так же. Давай кам минут 7. Давай. Все, перерыв, ребят, пока что. Покурить, сходить. Да, все свои дела там сделать. Сумманить. Еще.
Так, рыбу ставлю. Ребафаемся. По фулу, фул ребаф. На АФК. Кто танчит там быстро? Давай молоко потанчит. Ты в ДД спекайся, кстати. Маранди. Спекаюсь уже. Все, на месте одном не стоим, постоянно двигаемся. У кого дебаф этот? Грозовой или как, короче, не помню, как называется. Грозовая туча, ее в РДД выносим. Появляются лучи, в лучи заходим, оттуда бьем. Дай килю, пожалуйста. Милики правых разбивает, РДД левых разбивает, четырех. Глыб, на месте не стоим, под собой, когда видим круг, с него, значит, надо выйти, туда упадет глыба. Скажу, когда всем выйти, значит, вышли. Потом обратно зайти надо будет. Все, давай, сейчас, что на пол. Давай, добавим пул. Сначала все глыбы разбиваем, потом босс начинаем. Да? Куда ты куда босса уважаешь? Костер, кто видит, говорите. Костер справа там. Водишь его, что-то пиздец, постоянно прям. Зачем ты водишь его? Встань просто. Встань на месте. Пускай на месте стоит. Вышли все, вышли, вышли. Зашли обратно. Зашли. Глыбы разбиваем. Типа, где я был до этого, мне говорили постоянно водить по лучам. Либо водить, либо прыгать. Да, ну, чтоб мелики, типа, эти лутали лучи. Просто к лучам подвел, все, и пускай стоит он. Глыба. По боссу все играем. С Лера успеваем, походу. Да занеси дебаф на то. Давай, БЛ. Вышли. Ну, добивайте РТД. Зашли обратно. Там масса. Я хз, но вот так вот будет по этим, там нифига не видно у него под ногами. Да, вот то, что ты воешь там в этих лучах, я сам ничего не видел. Ну, вы просто говорите, там в каждой гильдии разные тактики были, я не знаю, как у вас. Теперь буду знать. Да ладно, нормально. Каванты у тебя такие же, что ли? Ну, опять он какие-то линкует. Ты линкуешь свои. Которые ты хочешь поменять. Ты линкани свои, какие у тебя одеты. Так, которые мы в обычке пока будем. Пишем, сколько у вас уже кусков. Ну и линкуем, соответственно, свою.
Также одновременно заливаем. Прохил. Перчатки не надо никому. Ебать, нихуя там. У Леджи. Бешеный. Лишь бешеный. Пацанов на фамильный линковал постоянно-то. Где ДПС? Там половина АФК. Я про то же. На трэше не надо в АФК уходить. Есть перерыв, блядь. Специально делаем. Сходить, покурить, подумать. На АФК кому-то надо, может, один. Там сколько с пульзи? По меликам там, да, блин, в четырех всего. Не, что, распределишь, что в комнату пойдет в это, на арене? Наш, слышал? Да. Че, Кам, а если Хадиров хранят берем, да? Конечно. Так, смотрите, короче. Третья, четвертая пати в комнату идет. Так, в комнату также. Давай. Паладин, танк. Давай, короче, Holy Death и Эршам. Остальные все здесь, на арене. Там кто с микрофоном в туннеле есть, чтобы координировать ребят? Да, я протик. Ну, все, справишься, знаешь, все дело-то? Да. Все, отлично.
Так, по мирикам смотрите. Босс будет стоять лицом сюда, к нам, на второй фазе. И сзади босса будет два свободных кемпа слева и справа. Так вот, слева в кемпе стоит три роги. И давай ДК, который норик. Справа в кемпе все остальные мирики. Лицом вот сюда к выходу танчим Торима. Да, то есть ставишь его по центру и лицом к выходу. Леги, чё так? Подожди, подожди. Леги, стопа. Все, погнали все здесь. Маранди в танке, я надеюсь. Конечно. Все четко. Маранди, тогда первый босс заберешь на второй фазе. Хорошо. Идите к туннелю уже. А, мы бабочки же бьем, мать. Не торопитесь там особо, блядь. Кто тут остается на арене в центре? Налево. Направо все. Они под удар же бегите, как он пройдет. Налево. Направо. Встали, все в мире подбежали. Хан тоже в мире. Мать, больше ДПС на арене. Это выйти, да. К нам мобы с арены бегут. Да у нас. Диспела нету массового. Отбор залезть. Или вот, да. Пробудите, нет. Лекс, у нас диспел тут нужен пока, да? Все, вайп. Падаем. Вы че, ребят, блин? Падайте там, туннель. У нас в комнате заспавнились заново. Оба не зашли все. Там да, бывает, но типа вы можете не торопиться, в обычке же будем бить. Там танк немножко торопится. Не добили моба, он уже туда побежал вовнутрь. Не надо там, а ты. Не первый был там, кто-то первый меня побежал. Я просто таунтить побежал. Вперед танка не бежит никто в тоннелю. Сначала там танк, кто-то вперед стали. Меня. Да-да, там кто-то вперед меня забежал, я просто зашел стаунтить, чтобы он не шотнул. Че, может мне остаться на арене помочь? Да, в принципе, ты можешь остаться, реально, что все равно нет. Не на время играем. Пацаны, спала не было, пока да и все. Оставайся, да, Олег, оставайся на арене. Оранжерею жизни, тэпаемся. На арене ход и щиты диспарить надо. С мобов. Чего сочинились? Мы вайпились на Торин. Что на рейтарту протопили? Нет, мы там на арене. Там свейдились мобы. А там маг не мобы свейдились, и мы на арене не это, не вывезли. Понял. Сейчас Олег на арене останется. У Леджа, оу! Как бы ставлю.
Давайте быстрее, да, ребафаемся, кушаем. Те, кто идут, знаешь, мы когда на бабу нашел, отдыхаем, становитесь ему под жопу, потому что если он сделает чарт и выбежит из комнаты, будет то же самое. Вы в туннеле не торопитесь там, я еще раз говорю, типа не надо там, блядь, на время играть. Спокойно всех заливайте. Да там половина не реагирует вообще. Там мы заходим в туннель, стоит большой куб, до которого мы добежали. Он кастует одной рукой, другой рукой. Вот где он кастует, надо оттуда уходить. Что вам сказали? Сказали направо, там каст еще не прошел, волна ударная идет, вы в нее прыгаете. Давайте я вам по анонсу именно когда надо перебегать. Не проблем, нет. Я и так анонсу десятки свои могу здесь по анонсу. Холидес говорит. Давай, давай, только чтоб один человек говорил, что там путаницы не было. Давай, я скажу. Именно когда я говорю, тогда и перебегаете. Погнали. Только кто здесь не был, там именно в стеночки упирайтесь, по центру не стойте. Там больше, чем кажется. Все, кто на арене, в центр все. Платите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Кто им мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Право. Все вправо встали. Налево перебежать. Рано перебегаешь, лоб. Я скажу, когда перебегать. Направо перебежали. Налево. Направо. Вправо остаемся. Забегите все прям под ноги вот эту мобу, встаньте. РДДшники, Локи, подвиньте своих мобов сюда, Прислужника приоритетом бейте. Водителя. Отойдите от молнии там. Диспел. Пейте мелко. Возьмите рейндж. 5-10 метров. РДД. 30 секунд еще есть, нет. Прям не запустить. Наверху как будете бежать, по центру не бегите, по стеночке бегите. Вы не запускайте только как закончите там. Хорошо. От ханта отошли. Водителя заливаем. По стеночке по правой или по левой? Побегаем. Не запускайте так пока. Хорошо. Никто не бьет босса, никто не трогает его. Все, можно, можно, давай. Я ударю сейчас. Все, трэш добили быстро. Все трэш, кто с туннеля вышел, тоже трэш, все помогайте.
все по местам. Босса в центре. Воеватели, залейте, он босса апает. Все, босса. Все, Мирики, два кемпа сзади за боссом, как говорил. Ваншотный. Бласт БР, не меня. Ранжу набрали все, РДД, хилы. Все. 12 метров рейндж должен быть. Клеркас, Берни. Зато плеги. Кулак дал, по-моему. Да, но он на Эдмилик ваншотит. Нормально, встаньте. Ладно, бьем, бьем, нормально все. Рейшн, там Рога прыгал чередой, типа отлетел от нас. Понял. Да, 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 4 все равно много уже. РДД сзади, от Мириков отойдите, встаньте по двое, по трое, РДД. По двое, по трое можно встать. Корнежу на полицию между кемпами. Разряд через нас будешь стакать. Отойди назад чуть-чуть, или под балкон уйди. Там был рядом с Войл, с Войдом все. Лео, по-моему, вообще много места вижу, да. Шуман, останется, станет просто меня шипаюсь. Хуй знает, мне кажется, его Тори может тоже пофиксили немного, его в хэме можно было. Миликов только поменьше надо. Там даже Эрик еще не осмелился. У нас люди вообще не понимают, что делать. Резать всех сразу. Господи. Но тьма еще не отступила от этих мест. Она была тут. Не может быть. Да, наверное, проще убежать. Ну да, вставать там, в принципе. На Фрея как раз оранжерея жизнь. Фрея в хэйме будем бить. Требуется, я встану на вашу сторону. Я обязан вам куда больше. Там у всех же локов есть инфернал, да? Локи. Подскажите. У всех должен быть. Я имею в виду, там же не от спека зависит у них. Нет. Все тогда. Да, лучше бы всяк Инфернал был. Все, давайте не обкашем, заходим сюда, что-то стоим там. П
портал. Это первый трэш. Череп заливаем, так, вы видите его? Маранди, вы видите череп? Какого на него? Все череп ем. Мелких. Меня слышно? Да. Я вот только... Это Лок говорит, мне штаны перекинули, я сейчас пересмотрел. В общем, они мне не сильно нужны. Я могу их кому-нибудь отдать, кому нужнее будет? Штаны? А вот дело как бы, если... Плюсую на штаны. Вот эти штаны я линканул. А, нет. Я думал, ты притовываешь. У меня шарпояс, если что, лежит. Ребятый. Да сейчас я. Золотаю. Крадео, что, дай штаны? Не спорьте случайно. На Prey все были, и иметь представление какое-то хотя бы, что будет Крем? За себя могу сказать, за остальных не знаю. Ничего сложного здесь нет. Мелких здесь заливаем. У Маранди, наверное, на трэше будет. Справишься же? Может, паладин проще на трэш солдат? Да, не-не, паладин, да, на трэш он на бойс. Идем справа, этих забираем мелких. Да это я ковы ему просто.
И двоих заубиваем тоже. Да, да, вот этот справа трэш тоже был. Да. Так. Так, все, тоже на месте не стоим, из лучей выходим из бимов. Паладин и Freedom сразу давать в корни. По инферналам скажи. На этих. Тогда скажу. Хант мелкий, когда будет выходить, трапы можешь стелить. То есть не можешь, а должен стрелять. Yes. Рыбу кушаем, ребафаемся. По костам я на грозовом. Я шарноводяном, посидим, позбиваем косты. И Фрея тоже не уводи далеко, когда дерево будет выходить. Пытаемся его здесь, возле воды, весь бой проводить. Дерево сразу моментально все свитчимся. Когда вторая фаза начинается, все вдоль воды встаем. Свищи. Вот здесь вот. И по команде перебегаем на ту сторону. Сюда. Тут встаем рассредоточенно. Ну и так туда-сюда бегаем по команде. Да, я тоже на месте не стойте, постоянно двигайтесь, чтобы урон не получать в случае. Да. Инферналы. Кто у нас Локи? Давай, Жоки, Гнидыч. Первых. На первых мелких даете и. Кто там? Виндесора и. Семка на вторых. Да, только когда вместе сведем, тогда давайте инферно выхожу. У меня что, тоже, если типа не трудно будет, можешь посвап. Ага. Даггер. Ну все, давай арче. Ничего сложного, мелких, когда будем добивать, милики, все от них отходите. Потому что они будут дамажить по 6к примерно. И да-да, проанонс. Да-да, я скажу, когда инфернал давать. Вы же запомнили первый инфернал, и оба отдаете Джоки Гнидыч. Вот ты уже на вторых мелких лучше давать. Все, пуляй, Маранди. Паладин на трэше, и в него на полигон. Прое сейчас бить не обязательно. В кучу не стоим. Куча не стоим, постоянно двигаемся. Все, большое дерево. Заливаем, бьем, подгребаем. Дальше в лес только не уводи. Стоп, раз. Бима, уйдите. Дерево, дамажим, дамажим.
что все отошли от Фрея. Сейчас дерево тут. Да, дерево смотрим. Дерево, 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 сначала дерево. Что касса? Цель на грозовой. Их одновременно надо за. РДД все хватоплёты, блядь. Просто он надувается, у него урон больше становится. Бимы вышли. Вышли, вышли, вышли. Блядь. Хорошо заливается, все, одновременно всех ловишь. Вышли, Бим. Вышли. Дерево. Новому чуть больше. Дерево растет, блин. Блин. Все, все сбежались. Подправим. Давай Инфернал. Оба, два лока Инфернал. Кто первый должны давать? Из ушей вышли. Все, милики, расходимся. Холидев массакру отдать. Я отдал массакру. Ладно. Дерево смотрим, добивайте РДД, заливайте. Дерево. Дерево растет. Дерево, дерево сразу же. Ой, блядь. Хоть там три луча сразу, два. Супас. Все, бегаем на месте стоим. Крадалыч, подними вару. Марс. Так же все делаем. Вышли, вышли. Вышли, звучи. Одновременно заливаем. Глерка, дерево, 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 Норика. Все, дерево, все, все, дерево. Быстрее, быстрее, фаста. Стоп-каст. По грозовому чуть больше урон. А, ну хотя ровно идем. Все нормально, не надо. Блять, грозовому каст не сбили. Да, это я. Давай заливаем. Заливаем быстрее одновременно. Дерево сзади. Дерево за Фрей. Дерево сначала. Все под Фрея, все сбежались. Вторых Инфернал, давай. Два лока. Бима. Супка. Скоро будут. Все, разбегитесь маленько уже. Норик, ты опять умер, что ли? Все, заливаем мобов. Масса круто. Да, от мобов отбегаем, заливаем их. Велики. Отбежали, отбежали от мобов дерева. Дерево, дерево, воды. Вышли. Все, сейчас как дерево появится, даем геру. Большое. Кого БР еще остался? Норик и БРНИС. БЛ. С ключами аккуратно сейчас, надо будет быстро выбежать. С черепом выбежала. Бима. 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 Дерево. Дерево, дерево, растет. Дерево, дерево. РДД все свичнули с дерева, все, все. Бима. Аккуратно. Все, дальше дерево бьем. Подводи, да, хватит уже, правильно. Ближе подведи. Чуть ближе подведи, дерево. Есть. Быстрее играем по дереву. С гневом вышел. Сниму.
Егора добиваем и все к воде сразу идем. Все, все в линию выстроились у воды. Не надо там посередине стоять. Бимы. Вышли из лучей. Все, пока на месте стоим, можно под грибом бить. Рейдом. Дерево выстрелили. Здесь дерево залили быстро. Стали в линию дальше. Перебежали. В лучах не стоим, перебежали. Перебежали на ту сторону. Стоп-каст. Обратно перебежали. Перебежали. Дерево смотрите тоже. Перебежали. Лучи там аккуратно. Скоро дерево будет. Дерево. Залить мелики. Дерево мелизали. Перебежали, но все, добиваем перебежали. И уходим. Быстрее, быстрее. Перебежали. Перебежали. Дима. Чи? Перебежали. Ну куда вы бежите так рано? Зачем? Ладно, чуть подальше отойдите просто от них. Перебежали. Дерево скоро будет. Дерево. Ой, бля. Мирики. Дерево на той стороне растет. Перебежали, дерево заливаем. И отошли сразу оттуда. Отошли от этих. Стоп-каст. Перебежали. Добиваем. Перебежали. Все хорошо. Не, ну неплохо. Я и говорю, Торима надо тоже. Скоро будем пробовать. Это нормально будет. Это бояшка, если что там шею. Блядь, да где кинжала? Ебать, все. Сокин упадет сегодня, блядь, на рогу, нет? Перчатки, наверное, падут. Так, на Мимирона. Последний телепорт. О, жесткий. Пилотра? Угу. Нира, тебе на что на ретрик? Пожарного, блядь, делаем или что? На офспек. Ты пиши, если офф. Вы готовы 150 вайпов сделать сейчас? Ой, из пулов. Нет? Нет, пива нет. Кама, я готов, я готов. О, Эрик, я знаю, ты всегда готов, брат. Вижу, кому просто все поддерживаю. Не, бабочки убиваем. Спокойно. Сегодня даже быстрее идем, чем в прошлый раз, хотя задержались на час почти. Блин, давайте ребафаем сейчас в минуту. Это Бисона попала, а на танка вообще нет. Ну вот еще все. Круто, когда есть мейн протопала.
Так, что у нас Мимирон остался?